Здравствуйте, я Елена Смирнова, и сегодня хочу поделиться с вами очень хорошими кранами. Это Dash кран, далее их 7 штук. Это близнецы, они идентичны из одной серии. Doggy кран, Litecoin кран, Blockcoin кран, дальше Premicoin кран, Paircoin кран и Intereum кран. Значит, вот этот один я оставила как бы для видео, а с остальных я уже все собрала. Как я уже сказала, это все близнецы. Значит, это можно выводить с этих кранов на Faucet Hub моментально. Собрали монетку, поставили на вывод. А можно поднакопить. Вот. Значит, что? Давайте я... Регистрация, ребят, я ее перезагружу в страничку. Очень простая. Вы совсем, я думаю, разберетесь с регистрацией. Вам придет единственное, что на почту письмо. Перейдете по ссылочке, чтобы активировать. И при каждом выводе вам также будет оповещение на почту. Значит, ну вот это кран. Далее что? Вводим капчу. Капчу можно менять. Вот здесь сеттинг. Нажмете. И если вас не устроит капча, можно поменять. Здесь ре-капча и вот такая вот буквенная капча. Далее что? Вот здесь еще есть вот нажмете. Это уже для любителей. Кто любит лотерейный билет играть? Можно галочку нажать. Вам плюс после того, как пройдете капчу, еще дадут лотерейный билет. Я не играю как бы в эти лотерейные билеты. Я просто собираю криптовалюту. Так, вводим капчу. Нажимаю далее ролл. И мне дали интериума 146 интериум монет. Далее я иду на Faucet Hub и беру адрес. Так, интериум мой. Так, интериум адрес копирую. Прихожу обратно на кран и буду выводить монетку. Значит, у меня уже накоплено, я тут вот насобирала уже 3207. И вот еще мне 146 дали. Нажимаю вот здесь Windrav. И опускаемся ниже. Вот у меня 3353 интериум монеты. Далее вот здесь опускаемся ниже. Так, и кран, каждый из этих кранов берет комиссию 1%. Ну, мне это уже не все равно, берет он комиссию или нет. Так, рекламка. Как таких реклам, знаете, подводных здесь нету. Значит, вставляем Ethereum адрес. Ой. Реклама. Так, Ethereum адрес я вставляю. Далее поднимать чуть повыше. Я копирую. Я Линая. Кто хочет вручную, вводите сумму. Так. Сюда. Ой. Так, вот сюда сумму вставляю. И нажимаю на вкладочку, пожалуйста, Windrav. Нажимаю ОК. Сейчас страничка обновится. И мои Ethereum улетела на Faucet Hub. Монетки приходят в течение 5 минут. В районе вам придет оповещение на почту. Не сразу это все приходится. Приходит. Но смотрите, вот здесь, как я вам говорила в начале лотереи, я в них не играю и не разбираюсь. Далее вот здесь партнерская будет ссылочка. Они во всех кранах одинаковые, как я уже сказала. Так, вот наша партнерская ссылочка. Мы копируем. И делимся с друзьями. Далее возвращаюсь на кран.
Ну так вроде все. Здесь вот партнерская ссылочка, вывод я вам показала. Здесь вот сеттинг. Здесь как бы настройки. Вот, пароль поменять. И вот здесь капча, вот в самом низу. Вот у меня вот эта буквенная стоит, а можно поменять на рекапчу. Это уже по желанию. Значит, давайте перейдем теперь на Faucet Hub. Я уже ждать не буду, потому что я с предыдущих кранов перед видео все вывела. И мне уже пришли эти монетки на кошелек. Так, значит, смотрите. Вот. Dash. У меня 1909 сатошиков пришло. Доги. Один дог я насобирала. Согласитесь, это хорошо. Литоши. 8166 сатошиков. Black Coin. Это у меня тут сколько? 607960. И вот эти PPS per coin. Или что там? 76932 XRM 198001 сатош. Ну вот и Ethereum это 1, так, 1, 2, 3, 4, 5, 6. И седьмой кран у меня в процессе должен вот подойти. Как я уже сказала, в течение 5 минут идет вывод. Краны платят. Можно сбор, как я уже сказала, один раз в час. Можно собирать, можно сразу выводить. На этом я буду заканчивать. Так, а что это у меня тут на балансе? Смотрите, а я что, не вывела? Ну-ка, нет. У меня же обнулился баланс. Так. Непорядок. Так, осталось у меня адрес мой. Ethereum. Так. Сейчас я скопирую адрес. Пойду опять. Что-то я не того намухлевала уже. Так, валет адрес нажимаю. Не хотела видео затягивать, но вот, а получается как всегда. Где мой? Так, биткоин. Мой эфир. Ethereum. Копирую адрес. Ой. Копирую адрес. Иду на кошелек. Так, так, так. Ethereum адрес. Так, теперь сумма. Копирую. И что мы тут? Вставляю сумму. Так. Нажимаю Windrav. Ок. Ну, а теперь баланс обнулился. Что-то я не того сделала. Вот. Возвращаюсь на кран. И все. В течение 5 минут вот, все, у меня баланс по нулям. Придет мой эфирчик на кошелек. На этом я буду заканчивать. Кому интересно, я на кранной ссылочке оставлю. Ну, неинтересно, ребят, проходим мимо. На этом все. Всем удачи, больших заработков. Пока-пока.